В биатлоне подняли сумму призовых. Также впервые предусмотрены отдельные призовые за победу в зачете одной из индивидуальных дисциплин. Приятную новость получили биатлонисты по итогам заседания исполнительного совета ИБО в Зальцбурге. Сообщается, что было принято решение по увеличению суммы призовых для биатлонистов на треть. Кроме того, впервые предусмотрены отдельные призовые за победу в зачете одной из индивидуальных дисциплин. Ранее сообщалось, что в Киеве презентуют новую форму украинских биатлонистов. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.